Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ПС, программа «Вопрос священнику». И сегодня гость в нашей студии – настоятель Успенского храма, Архангельского Успенского храма, отец Даниил Горячев. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. И встретились мы сегодня с отцом Даниилом, чтобы побеседовать на такую приятную и радостную тему, как венчание. Ну, собственно говоря, и начнем. Что такое венчание? Откуда эта традиция? Ну, кстати, вот в Евангелии-то, по-моему, эта традиция не описана, это таинство. Описано в Евангелии приход Господа Иисуса Христа на брачный пир. На брачный пир вот описывается. А вообще о таинстве венчания, мне кажется, что лучше всего и глубже всего говорят люди, которые по опыту своему и не сталкивались с браком. Это монахи. Монахи, святители, преподобные. А почему такое происходит? Мне кажется, из-за того, что существенный момент вот, венчания, брака – это то, что таинство, совершается таинство. А таинство – это действие самого Господа, это Господь на земле. А чтобы говорить о таинстве, как раз нужно знать Бога. И вот эти святые люди, они и раскрывают вот смысл этого таинства, таинство любви, как они называют, брак. И объясняют, вот, чем, например, отличается простой брак, встреча двух людей и венчанный брак. Вот, с людьми, которые приходят в наш храм, обычно затрагиваем этот вопрос. И объясняется просто. Вот, и брак, простой брак между людьми, это тоже свят, потому что любовь соединяет людей. А таинство венчания – это люди соединяются не только друг с другом, но еще и с Господом. Вот соединение во Христе, святыня на земле. И вот митрополит Антоний Сурожский, он прекрасные слова, мне кажется, говорит о таинстве брака. Он говорит, что это остаток рая на земле, кусочек рая на земле. Это именно благодаря своей святыне, то, что людей связывает любовь. И вот эта святыня, она как раз вот в церкви и, можно сказать, оформляется, завершается призывом благодати Божией, когда священник призывает божественную благодать на двух людей, налагает на них венцы, которые являются символом победы, победы любви над ненавистной рознью мира. А муж и жена, они с какого момента начинаются? Муж и жена. Вообще так и говорят, что браки совершаются на небесах, в промысле Божьем люди уже соединены. И Господь, мне кажется, вот эту встречу проводит мужа и жены. Но когда людей соединяет любовь, когда друг другу признались в этом и поняли, что хотят быть мужем и женой. А уже таинство венчания – это уже призвание благодати Божией и схождение благодати Святого Духа на эту семью. Ну вот вы говорите, признались друг другу в любви. Ну, всяко бывает, люди друг другу признаются в любви. А любовь ли это? Вот как понять, что твой партнер тебя любит или то, что ты его любишь? Что это не перепутать с каким-нибудь иным чувством? Может быть, с той же похотью, в конце концов, в полустрасти. Это тоже можно сказать, что люблю, лишь бы не отказала. Или влюбленностью, в конце концов, ну, та же страсть, по сути, да? А чаще всего, вот, наверное, семьи вот, у людей, которые в церковь не ходят, они с этого начинаются, с влюбленности, с притяжения друг к другу. А потом уже, когда отношения оформляются, там уже люди начинают узнавать, что такое настоящая любовь, когда начинают жертвовать ради другого, ради своей половинки, начинают уступать, начинают вот как раз вот постигать вот христианскую глубину любви, жертвенной любви, любви сострадания, любви милосердия. Ну вот мне кажется, сейчас впору вспомнить святых Петра и Февронию 8 числа, как раз день их памяти. Да. И этот день Русской Православной Церкви объявлен как день любви, семьи и верности. Государством объявлен. Да. Это государственный праздник. Государственный Церковь праздник. Его празднует уже с 13 века, получается. Точно. А мы 6-й год, по-моему, будем праздновать, или 7-й. Чем, собственно говоря, Петр и Феврония заслужили такое почитание? Тут, ну, расскажите их житие, другими словами. Житие большое, наверное, всего не рассказать. Но вот для меня очень важный момент, почему именно им нужно молиться о своей семье, то, что сам Господь на них указывает.
вот, можно сказать, финальный такой момент их жития, когда их, уже будучи монахами, когда они приняли монашество в конце своей жизни, их хоронят в разных монастырях, в разных гробах, а они оказываются по-новому в одном гробу. То есть Господь на них указывает, в первую очередь. А потом же мы начинаем узнавать, что за люди, почему-то Господь на них указывает. И узнаем, что действительно они многим пожертвовали ради своей любви. Петр был князем, Феврония простая девушка, и его окружение вынуждало расторгнуть брак с неравной. Только правильно ведь, как она его окружила-то? Да. Разве нет? Да, но в итоге все равно они выбирают любовь, выбирают друг друга, а не... Так он ее полюбил или он испугался, что умрет? Если она его не излечит. Вот в чем вопрос. Да, начало какое, да, встречи. Что, может быть, любви-то не было, а потом люди научились. Ну так вот, читая жития, кажется, что нет любви на самом деле там никакой. А вполне возможно, что вначале-то и не было любви. А потом вот брак призван к тому, чтобы люди и всю жизнь постигали эту любовь, всю жизнь узнавали друг друга и учились любить. Даже есть такое христианское пожелание. Ведь на венчании читается Евангелие, когда Господь приходит к Кану Галилейскую, из воды притворяет вино. Это есть такое пожелание, что пусть пройдет 10, 20, 30 лет, и вы в конце своей жизни скажете, что «Господи, Ты доброе вино сохранил нам доселе, оставил нам это как раз вот самое лучшее вино, только сейчас мы пробуем». А до этого была вода, до этого потом были наши свои человеческие угощения, а только божественное вино мы вот спиваем в конце своей жизни, когда постигли любовь. Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях священник Даниил Горячих, настоятель Успенского храма Архангельска, рядом с которым, кстати, стоит памятник святым Петру и Февронии, святым благоверным князьям. Да, хотелось бы отметить, что не только мы 8 июля празднуем праздник Петру и Февронии, но еще и 15 сентября, с прошлого года стали праздновать 15 сентября, если этот день совпадает с воскресным днем. Или следующее воскресенье после 15 сентября. Для чего? Чтобы в этот день можно было совершать таинство венчания. А это же Успенский пост. Нет, 15 сентября это уже пост закончился. А вот как раз причина, почему? Потому что сейчас идет пост Петровский, и постом не благословляется совершать венчание в храме. Вот и для этого как раз и новое установлено празднование в честь перенесения мощей. И теперь у нас два праздника в честь Петра и Февронии. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. По нему вы можете позвонить и задать свой вопрос отцу Даниилу. А перемещение мощей откуда куда состоялось? Князья-то муромские? Муромские. Наверное, в Муроме там их переносили, наверное, из одного, наверное, места. Ну, там уже надо историю посмотреть. Давайте поговорим еще о венчании. Итак, брак благословляется на небесах. Муж и жена начинаются тоже каким-то таинственным образом. А без Бога никак? Нет, счастливо. Ну, вот это же мало семей, где вроде венчания-то не было, да и живут-то, в общем-то, что называется, гражданским браком, то есть даже в ЗАГСе не расписаны, ничего, вроде и детки у них идут. Конечно, я тоже считаю, что любой брак, любой вот этот союз супруга и супруги — это святыня, это любовь. И это даже отображение Божественной Троицы. Вот муж, жена и ребенок — это тоже вот эта элементарная частичка вот Святой Троицы на земле. И даже мы Бога узнаем из этих имен. Отец, Сын, тоже взяты и терминология из семьи. Поэтому любой брак — это святыня. Любой брак — это святыня. Если в этом браке есть любовь, если любовь соединяет людей, и люди стремятся сохранить эту любовь, приумножить. Вот в раю была дана первая такая заповедь о хранении и возделывании рая. И вот на земле человеку тоже дана эта заповедь — хранить рай и хранить эту свою семью, видеть в ней рай, стараться познать этот рай и радость пребывания в семье, в любви. Отец Даниил, а вот в Евангелии есть два момента, которые вот на первый взгляд противоречат друг другу. В одном моменте, сейчас, кстати, точно не вспомню, в каком, но там говорится
о том, что да, вот муж и жена, это, ну, может быть, я сейчас немножко привру даже. В общем, я так понимаю, что муж и жена, с одной стороны, это, они образуют некое единое целое, некое я. И вот этим я они переходят в жизнь вечную. И перед Богом они практически предстают, я так понимаю, в какой-то момент вместе. А с другой стороны, где-то Господь отвечает евреям о том, что там нету мужа и жены, что там не женятся. И не посягают, да. Угу. Да, вот это вот единое «я» — это как раз вот сначала это было сказано в книге «Бытия», а потом апостол Павел еще повторяет эту фразу, что «и оставит человек отца и матерь, и прилепится к жене своей, и будет плоть едина». Вот эта единая плоть супружества. Это не только соединение супругов, супружеских жизней и единой плоти их дети, но это еще и мистическое единение. В каком смысле? Вот перед венчанием мы причащаем молодых, мужа и жену, причащаем чем? Тело и кровь Спасителя. Он причастился, она причастилась, тело и кровь, и они единое тело Христово. И они, а тело Христово — это же и церковь. И вот получается, что эта вот семья — это малая церковь. Малая церковь, и вот как раз церковь, она и уходит в вечность. Церковь, она и есть уже предвкушение рая. А вопрос саддукеев Христу о том, что чья она будет жена из пятерых мужей, это вопрос, относящийся уже о том, как будут развиваться эти отношения в раю. И что и Христос говорит, что этих плотских отношений не будет. А вот эта церковь, она вот будет как раз существовать. Говорят о том, что не женится, но имеет в виду именно плотские отношения. Не посягают, да, ему еще такое. Понятно. Спасибо. У нас есть звонок, к вам вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Наверное, мы вас не слышим. Да, перезвоните, друг. Батюшка, еще в ближайшие... Мы вернемся еще к вопросу венчания. Хочется поговорить еще о праздниках, которые вот на ближайшие дни состоялись и еще состоятся. Ну, во-первых, празднуем несколько икон Богородицы, богородичных икон. Это Боголюбская, Тихвинская и Владимирская. Насколько я понимаю, ну, даже не знаю, в каком порядке их разделить. Боголюбская, давайте по каждой, о каждой по чуть-чуть. Боголюбская, я так понимаю, это список с первой иконы, которую апостол и евангелист Лука написал, правильно? Ну, любые иконы — это списки. Сначала это список был с Божьей Матери, да? Ну, естественно, да. Первый образ. А потом же, да. Но не просто список, как копия. Ведь чудотворные иконы, они как иконы — это богословие. А богословие, оно продиктованное Духом Святым. Богословие в красках. Богословие в красках, да. Самое доступное для людей богословие. И вот Боголюбская икона, она наша святыня русская, которая защищала нас и от монголов в свое время. Обрел ее Андрей Боголюбский. Чудесное явление было, когда перевозилась эта икона, и потом лошади сами встали. И, то есть вот через такие указали, где монастырь. Да, где нужно сделать остановку, и там, чтобы как раз эту икону и хранить в этом месте. Там и так возник Боголюбский монастырь. А чем Владимирская знаменита? Одна из самых знаменитых. Владимирская, мы три раза в году совершаем память. И икона Владимирская, она нас трижды защищала в такие моменты, когда ясно было, что силы противника превосходят. Вот как раз опять же с монголами были хан Тахтамыш, хан Тамерлан. Вот, и в разные года с разными ханами случалась одна и та же история, когда они были уверены, что сейчас совершится победа, а русские люди уже готовились к тому, что ну, сейчас будет поражение неминуемое, и обращались только к Господу, только к Божьей Матери, своей заступнице. И Божья Матерь явственным образом являлась в небе и устрашала противников, и защищала вот именно своим матерным таким покровительством русских людей. Ну а Тихвинская известна тем, что является покровительницей северных земель. Северных земель. Как раз Архангельская в том числе. И не только ведь так защищает людей, но вот явление икон Божьей Матери. Вот Тихвинская, она была явлена в лесу, ее нашли. Иверская, например, была по водам приплыла. Казанская в земле была найдена. И вот так и...
И получается, что Господь явлением икон Божьей Матери он освящает стихии. Вот еще таким образом можно увидеть попечение Божие о мире и Божьей Матери о мире попечения. Вот что касается икон. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 639-717. Задавайте, звоните, задавайте свои вопросы. Батюшка, вот вы говорите, что иконы нас не раз спасали. И говорим мы сейчас о временах-то Средневековья, о временах-то древних. Хочется спросить, ну вот если Господь попускал полчищам монголо-татар на нас ходить, ну не за святую же нашу жизнь? Я все пытаюсь просто понять, ну то есть это тоже явно был какой-то наказ, да, то есть явно за грехи наши. Есть такое расхожее выражение «Святая Русь», она вообще когда была-то? Или это некое эфемерное понятие все-таки? Она и была, и есть. Это люди, которые стяжали благодать Духа Святого. Вот они представители Святой Руси. А мне кажется, она сейчас есть в тех людях, которые живут по-христиански. И, ну, хотя как историческое, культурное понятие, конечно, это относится да. и к средним векам, к расцвету монашества, когда вот как раз и обретались эти святыни, когда вот у нас на севере монастыри открывались учениками преподобного Сергия Радонежского. Ну тогда же как раз монголы-татары-то и ходили на нас вечно ордами. Да, и, конечно, может быть, ведь в этом и наказание Божие, и русский народ видел в этом наказание Божие за свои грехи. Но вот любое наказание, вот оно как раз православным человеком и христианином, оно воспринимается как милость Божия, что Господь обо мне таким образом заботит, так меня спасает. И даже слово «наказание» указывает путь спасения. Не просто как жестокость какая-то с неба за провинившегося человека, а как исправление. И к этой же Святой Руси, наверное, примыкает сегодняшний святой, только что вот ему совершали службу, преподобный Максим Грек. И... Прям читайте мысли, хотел только что о нем спросить. Да, и вот и просто он тоже связан с нашей сегодняшней темой о венчании. Вот считается, что его, Максим Грек, он греческий монах, книжник, которого пригласил на Русь князь, великий князь Василий Иванович, сын Софии Палеолог, гречанки, которая привезла на Русь много книг греческих. Вот он призывает, чтобы он помог разобраться в этих книгах, перевести греческие богослужебные книги, толковые книги на церковнославянский. Служил в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Да, и служил, и закончил дни свои в этой лавре. Вот. Но не нашел общего языка с митрополитом. И потом такой вот основной момент в противоречии. Великий князь Василий Иванович и его супруга Соломия, они не имели детей. И вот царь решил развестись с супругой своей по причине ее бесплодия. И вот, а это разрешалось потому, тогда законом? Вот как раз вот закон-то у нас один, Евангелие у нас, и что раньше, что в наши времена, что Господь сочетал, то человек не разлучает. Преподобный Максим вступается за эту Соломию, и за что против него фабрикуется дело. Его обвиняют в том, что он якобы умышленный, искажал книги, которые он переводил, и его на 6 лет сначала заключили в тюрьму, потом 20 лет бывал в ссылке на Казани. Но вот интересный этот момент, вот, что заступается за неплодную, бесплодную женщину. Ведь на самом деле бесплодие — это, ну если и наказание, то не для одной только супруги. Ведь это трагедия для обоих супругов. И снятие себя вот этого с креста, нежелание видеть в этом руку Божию, вот как раз это вот обличал преподобный Максим в князе Василия Ивановича. И вот мы вот молимся Петру и Февронии, молимся Якиму и Анне. И посмотришь, если в жизни очень многих святых встречаются вот такие моменты. И преподобный Максим, почему бы ему не помолиться в день его памяти о том, чтобы и он помогал нам, нашим семьям, в том числе вот, защитник бесплодный. Да? А частичка его мощей пребывает где-то в Архангельской епархии? В Архангельской не знаю. Мощи-то его хранятся под спудом в лавре Свято-Троицкой. Да, в 96-м году вот обрели эти в Успенском соборе.
где вот он как раз вот и закончил свою жизнь. Ведь он мог, ну, как просто сказать, обидеться на людей, которые 26 лет его преследовали, и уехать к себе в Грецию, на Афон, ведь он афонским монахом был. А он нет, он все покрывал любовью. И вот эта любовь — проявление благодати Божией в человеке. И плод этого — это нетленные мощи, когда благодать не только в душе, но и в теле человека остается. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы отцу Даниилу. Ну, мне кажется, покинуть, даже в климатическом смысле, теплый Афон и приехать в холодную далекую Русь и остаться здесь до конца своих дней — это уже подвиг. Ну, такая вот любовь к Богу. Тем более стяжать здесь еще, ну, стяжать — это немножко не то слово, иметь сложные отношения здесь с митрополитом. Да. Я так понимаю, что с царем, видимо, тоже. Да, в первую очередь с царем. Которого в первую очередь царем Василием Иоанновичем. Вот. Ну, вот поэтому и говорят, да, про святого Максима Грека, что его уморили в России. Уморили. Ну так, полушутя. Ну, долго пытались уморить. Ну, и в итоге не уморили, а прославили. Прославили. И мы ведь и молимся его молитвами. Он написал канон Святому Духу. Это, мы прибегаем к его помощи, ищем его поддержки. И в том числе и его образ борца за правду. Ведь он учит нас и не бояться. Не бояться. Бояться только одного Бога. Вот чтобы как раз научиться бесстрашию, нужно научиться страху, страху Божьему. И как раз и в семейной жизни какое-то великое спасение, когда два человека верят в Бога, и их страх Божий в трудные минуты может удержать друг с другом, рядом друг с другом. И потом они будут благодарны Господу, потому что пройденный этап, трудности, они будут делать людей еще ближе друг к другу. И как раз в этом познается любовь, через благословенные трудности, через преодоление трудностей. А память святого Максима Грека мы будем совершать завтра. Ну да, сегодня. Ну, то есть вечером. Уже начали был совершать вечер, сегодня было утро, вечером. Да, да. С вечера начали мы. И завтра будем продолжать совершать его память. А буквально 6 числа память святого, знаменитого святого на всю Архангельскую область, как минимум, Артемия Веркальского. Расскажите про этого святого отрока. Я вот для себя, к сожалению, только вот сегодня узнал, что это отрок. Отрок, да. Не помню, во сколько лет, по-моему, или в 11, или в 13 лет Господь его призвал к себе. Причем призвал таким способом, который был смущением для окружения Артемия. Это был мальчик, благочестивый мальчик, молился Богу, ходил в церковь, отличался благочестием. Но вот, находясь в поле, его поразила молния. Или от испуга, или от самой молнии он умер. По верам наших предков, если человек умер не своей смертью, не подготовленной смертью, то этот человек чем-то прогневал Господа. И поэтому не может быть удостоен христианского погребения. И таких людей отвозили в поле, в лес, выкапывали могилу, даже не засыпали могилу, а закладывали ее ветками. Отсюда слово «заложник», вот, кстати, появилось. И спустя какое-то время над могилой появился свет. И вот один из церковнослужителей, собирая в лесу грибы, увидел этот свет, увидел, что там нетленные мощи лежат. И от этих мощей потом начались исцеления. И для народа это тоже ведь вразумление, что иной суд человеческий, иной суд Божий. Нельзя человеку... Так примитивно. Да, раз молния убила, да, значит, да, грешный. Да. И, может быть, даже с этого момента начинается как раз изменение в понимании смерти, что не обязательно, что это не христианская жизнь, если не христианская смерть. Да. И аккуратнее. А это, видимо, остатки язычества были. Мне кажется, это все-таки... Молнией покарал. Это наше, это, мне кажется, корнем благочестия все-таки. Вот именно, ведь этот 16-17 век — это пик народного благочестия, в том числе обрядах, в том числе во всех мелочах жизни. Но везде должно быть рассуждение, разумение. И с этого момента уже и понятие о заложнике тоже уже начинает изменяться. И чтобы так строго не судить. Батюшка, а каким образом вот люди определили, что это знак именно Божий?
А может быть, это знак от лукавого, чтобы людей искусить и, наоборот, в сторону отвести? А вот исцеление. После того, как начались исцеления... Лукавый не может исцелить? Ну, если это действительно болезнь от лукавого, то, как говорят, что с бесом может договориться и отступить. Да. Вот, но нетленные мощи – это тоже все-таки показатель. И... Ну, наверное, Господь Бог так долго не попустил бы лжи твориться просто-напросто, чтобы не того почитали. Ну, еще ведь были люди, которые тоже вели праведную жизнь и могли распознать явления духовные. Духовные ведь прославляют святых именно люди, которые тоже имеют отношение к духовной жизни. Те, про которых сказано в Евангелии «чистое сердце». «Чистое сердце», да. Они Бога узрят и друзей Его, то есть, тобишь, святых узрят. Хорошо. Еще один великий праздник у нас приближается 7 числа. Рождество Иоанна Предтечи. Давайте о нем немножко. Рождество Иоанна Предтечи. Вот мы только что, не совсем недавно, прикладывались к мощам родителей Пресвятой Богородицы, Якима Анны. Но у нас такие же покровители нашего супружества – это праведные Елизавета и пророк Захария, родители Иоанна Крестителя. Тоже, которые долго не могли получить дар деторождения, тоже пребывали в молитве. И уже на закате своих лет они получают этот дар этого младенца Иоанна. И это чудо, конечно, когда вот престарелая пара получает ребеночка. Это и много, конечно, наверное, и насмешек они в своей жизни пережили. Батюшка, а ведь это же часто встречается и в Ветхом Завете, эти истории-то. Да. И у Сары ведь долго не было детей. Да. И плод вот этого долгожданного приобретения, да, это именно святые люди. Может быть, потому что и в старости, как вот отцы говорят, что эти люди, они бесстрастно были зачаты, праведниками были зачаты. И мы даже и празднуем этот праздник зачатия Иоанна Предтечи, и рождение его, и также праздник зачатия Божьей Матери, и рождение Божьей Матери. Яким Иоанн, да, и вот Захария и Елизавета. Праведные люди, и вот плод этой праведности, вот такой святой, о котором Спаситель говорит, что не рождался на земле больше, чем Иоанн Креститель. Но и он последний, да, в Царстве Божьем. Да, среди ангелов, если. Да. Да. Вот, ну, его даже и на иконах в древности изображали с крыльями, как вот именно равноангельный ангел, земной ангел. Хорошо, давайте тогда вспомним еще одного святого, которого память мы совершали 2 июля. Святой Иоанн Шанхайский. Один из святых уже нового времени. Да? Он Русской Православной Церкви был прославлен, ну, наверное, не в 2000 году, пораньше, да? Я помню, что зарубежная церковь его прославила в 1994 году. То есть 10 лет мы в этом году празднуем прославление. В 94-м? А, 20 да. лет уже. Ой, да. Да, 20 лет. А Русская Православная Церковь, наверное, в 98-м, я думаю. Не в 2000-м, мне кажется. Не вот этим вот большим собором. Чем он велик? Чем он прославился? А, кстати, вот он, вот разделение, да, вот церкви было, зарубежная церковь, русская церковь, в 2008 году объединение произошло. А Иоанн Шанхайский, он всегда поминал патриарха московского на своих молитвах. Вот святой, который видел... Не верил в Красную Церковь, в КГБшную? Он знал, что будет соединение. И, хотя для многих наверняка это было смущение для его окружения. Но это был святой уже, о котором при жизни говорил, что святой. Например, святитель Николай Сербский говорил, что если вы хотите увидеть святого, идите вот к отцу Иоанну. Отца Иоанна. А почему его называют и Шанхайский, и Сан-Францисский? Uh-huh. Его путь такой длинный, что с ним было в нескольких словах? В чем суть подвига? Русский юнош, которого назвали в иночестве, кстати, в честь его предка Иоанна Максимовича. У нас два Иоанна Максимовича. Тобольский и Шанхайский, Сан-Франциский. И потом, после революции, после... Он оказывается в Китае, и там где-то в 40-х, и там он был русским епископом, возглавлял церковь в Шанхае.
И там уже люди видели в нем святого, который отличался великим милосердием, даром исцеления обладал, даром молитвы, прозорливости. И потом уже, когда в Китае коммунисты пришли к власти, он оказывается в Париже и потом в Сан-Франциско. И вот мне вот не забываем такие вот эпизоды из жития, что он сам искал тех людей, которым нужно помочь. И находил тех детишек, которым нужно было исцелить их от какого-то недуга. И вот эта вот любовь к детям, или ответ на любовь детей к этому святому, это вот как раз вот и проявление вот святости. Вот чистое сердце, которое Бога узревает. Детишки, вот они первые, вот, наверное. И он их молитвой исцелял? Молитвой, да, прикосновением своим исцелял. И вот, казалось бы, 20 век, а выходил босым, епископ. Настоящий епископ. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня умер муж, родом он из другой области, и мы бы хотели привезти землю оттуда. И как это сделать правильно, и надо ли это вообще делать? А привезти землю куда? На могилу, с родины, с его родины. Мне кажется, хороший. Откуда он родом вообще? Благочестивый обычай, да, взять кусочек земли. Мне кажется, главное, чем сердце руководствуется. Если любовью, так и, ну, конечно, хочется что же каких-то вещей вещественных вот, как-то ощутить. Благословляете матушку? Да, помоги Господь. С молитвой, чтобы все получилось. Батюшка, еще вот мне хочется, так скажем, поразмышлять, если не сказать поумчить, вот на какую тему. 2 же числа совершалась память апостола Иуды, брата Господня. Но в нашу историческую традицию имя Иуда вошло как олицетворение, как синоним зла, предательства, вот подобной мерзости. Как вы считаете, есть что-то промыслительное в том, что, ну, во-первых, надо пояснить, откуда у Господа брат? Наверное, вот с этого начнем. Сын Иосифа, обручника. Ну, поэтому брат не по плоти, а нареченный брат. Так еще. Нареченный, да, брат. Да. Брат названный. Да, названный. Вот. А почему он оказался с таким же именем, как предатель Господа? Имя. Есть ли в этом какой-то вот промысел Божий? Ну, во-первых, есть исторический контекст, что имя это было распространенное, это имя одного из колен ветхозаветного патриарха. И Иуда, это отсюда Иудея пошла, поэтому имя было распространенное. Вот так, но промысл Божий. То есть Иуда тогда это как у нас приблизительно Иван? Ну, наверное. Да? Да, да. В традиции народной. И... Ну, промысл Божий, наверное, был в том, чтобы имя это не было, вот имя, которое было освящено. Эти патриархи, они были святые люди, эти родоначальники колен. И чтобы, может быть, не похулилось и это имя, то имя предателя одновременно имя и брата Господня, чтобы это имя было, оставалось святым для слуха верующих людей. Чтобы любого встречного Иуду камнями не побили, видимо. Может быть, да. Видимо, да. В этом. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Позвонив по этому телефону, вы можете в прямом эфире к нам задать вопрос нашему гостю, отцу Даниилу. Батюшка, о чем мы еще не поговорили? Что могли еще забыть? Да. Ну, вот людям, которые хотят повенчаться. Все-таки, вот, может быть, да, возвращаясь к этой теме. Да, это, мне кажется, такая важная тема в преддверии Петра и Февронии. Вот мы с семьей греки, мы говорили, что тоже покровитель супружества. Иоанн, ну, без семьи никуда. Семья, в семье появляется человек, в семье он учится любить, в семье он узнает Господа. Да, и очень важно, конечно, вот, относиться к таинству венчания вот, с правильным пониманием. Потому что у нас вот на севере, я как-то вот встретил такую статистику, что у нас меньше всего совершалось венчание по всей России. Там, даже когда, казалось бы, церковь была с государством в дружбе тесной. И это исторически как-то у нас и сохраняется, и у нас и очень мало венчаний в соотношении с браками. А с одной стороны, на севере самые крепкие монастыри. Да. Самое крепкое монашество такое, вот, святое практически. Да.
Да. Наверное, монахи все-таки учили людей молитве, монашеству, да? А как-то о браке получается, что становился второстепенным вопрос. И венчание действительно как-то вот задумываются уже даже люди, которые в церковь ходят, почему-то не придают такого значения. А ведь венчание, вот когда даже... Без венчания что, блуд получается, если люди не повенчались? Вот, кстати говоря, вот наша концепция, социальная концепция Русской Православной Церкви, она говорит, что духовники не должны так называть и запрещать причащаться людям, если они расписаны, но не повенчались. Да, то это не блуд. А у греков, например, или ну, и в других поместных церквах более строгое отношение к этому. У нас, конечно, вот советское время сыграло свою роль. А там, конечно же, если это... Ну, Греция, там понятно, что государственная церковь, официальное православие, там более строго к этому относятся. Я думаю, это хорошо, и мы тоже должны, потому что эта концепция, она в каком-то плане нас расслабляет, что, ну, раз не блуд, значит, можно и так жить. А вот даже когда приходят пожилые люди, я все-таки им тоже говорю о том, что нужно обязательно осветить свой брак, потому что венчание — это забота не только друг о друге, не только чтобы мы были ближе друг к другу, и мы были к Господу ближе, но ведь таинство, оно охватывает и весь род. Это и наши дети, это наши потомки. Мы освящаем не только свою семью, но в широком смысле освящаем свою семью. Ведь мы таинство — это связь с Господом, это Царство Божие на земле, это действие благодати. И даже человек, как вот он устроен, земля и небо, да? Он соединяет землю и небо. Взял Господь этот перст и вдохнул в него дыхание жизни. И вот человек, когда он освящает свою жизнь, он исполняет как раз вот свое предназначение на земле. И в таинстве венчания это тоже освящение своей жизни, освящение жизни своих детей, чтобы детишки жили под благодатью, чтобы и... Ведь таинство венчания, вот у нас, вот мы говорим о чадородии, да, о бесплодии. Ведь на таинстве венчания очень много молитв читается о том, чтобы Господь даровал этот дар, чтобы детишки у нас рождались, чтобы семьи преизобиловали детьми. Это великий дар от Господа детям. Человек создан по образу и подобию Божию. Господь — это Творец. Человек тоже может быть Творцом. И великое, что он может сотворить, — это новую жизнь, нового человека. А если эта еще жизнь освящена, если он еще творит святого человека, то это великие награды этому человеку. Поэтому я и побуждаю всех, и прихожан, и всех телезрителей, кто не осветил сейчас свое супружество, подумать об этом, поузнавать о таинстве венчания. Великая глубина таинства венчания, даже сам обряд, вот если можно несколько слов об этом сказать. Можно? Вот он состоит из двух частей — обручение и венчание. Обручение — начальная такая стадия, мы читаем предварительные молитвы, и, кстати, можно их разъединить во времени. Вот, раньше же было разделено, да. на несколько месяцев. Ну, как угодно можно разделять, можно и на несколько недель, можно и на несколько лет. В чем смысл вот обручения, чем отличается от венчания? И почему, собственно говоря, теперь эти два обряда соединены в один? Вот как при крещении есть оглашение, есть само непосредственно таинство крещения. Сейчас они тоже слиты в одно. А подготовка к себе, к великому таинству, вот чтобы люди могли, во-первых, уже осветить, уже вступить в эту святость, уже первоначальные молитвы прочитаны, уже благословение от церкви получено на жизнь в супружестве. Вот. А вот к таинству мы вот идем. В супружестве, то бишь вместе? Да, под одной крышей, в одном доме. Да, ну в древности, конечно, не именно обручён, это были невеста и жених, и невеста еще, это еще не были муж и жена. Но сейчас мы расписываемся, потом можно обручиться, потом можно совершать таинство венчания. А можно и сразу обручение, венчание вместе совершать. И вот таинство венчания. Во-первых, венцы. Да, что это такое? Это символ победы. Победы как раз любви. Эти люди победители, они венчаются, они как два царя. Недаром на таинстве венчания упоминаются вот, Константин и Елена, хотя это мать и сын, но они цари. И вот в многих храмах мы вот видим, как они изображены, царь и царица, и посреди них крест, или бывает еще Христос. И вот как раз в этом отображении таинства венчания, что не двое, а трое, и посреди них уже Христос. Что вот таинство соединения во Христе, единая плоть, плоть Христова. И на таинстве венчания мы еще
что совершается? Вино дается людям. Вот как раз Кана Галилейская вспоминается, как Спаситель из воды притворил вино. Мы, вот эта чаша вина, общая чаша, то, что общей радости, общее испытание, в два раза больше радости, в два раза меньше трудностей в жизни. И напоминание о евхаристической чаше, о той плоти и крови, которая нас соединяет, Христовой плоти. Да, вино, да, это и горечь вина, это и сладость вина. Вот это богословие, это неисчерпаемое венчание. Молитвы, конечно, молитвам тоже очень много важного. Поэтому я даже советую своим, кто, кого готовили к венчанию, мы с ними садимся или ставим требник. Мы читаем с ними молитвы, и чтобы люди узнавали, о чем мы будем с вами молиться. Чтобы мы могли прочитать тексты, которые мы услышим, но чтобы мы уже подготовлены были. Например, текст апостольского послания. Апостол Павел к Ефесянам, он раскрывает богословие семьи через троичное богословие, через богословие. Он говорит, что муж — это Христос, а жена — это церковь. Вот какое подобие. И чаще всего, вот, когда заканчивается это чтение, мы слышим такие слова: «А жена да убоится своего мужа». И вот такое впечатление у нас, что ну да, церковь консервативная, она призывает, чтобы жены были в послушании, в суровом таком послушании. А пропускается момент, который до этого прочитывался. Ведь все читалось о муже. Каким должен быть муж? Муж, вот что делает Христос для церкви? Он распинается за нее. Также и муж должен жертвовать своей жизнью. Вот жертвенная жизнь мужа, она как раз и заставляет жену бояться. Потерять мужа, бояться, оскорбить любовь мужа, ценить. Ну, муж должен распяться ради жены, да. Ради семьи. Это великое благо. Распяться ради, это получается, что он должен, вот конкретно-то в чем это выражено? А конкретно всегда Господь указывает в конкретной жизни. Что ну, то есть, видимо, это как минимум бросить друзей, пиво, футбол. А ну, почему в общем, же и нет? Ну, да, вот. Да, я говорю вполне ответственно, да. Что, видимо, это так и есть. Да. Вот. Есть положить ради чего. Свою жизнь ради семьи. Есть ради чего? Потому что в семье познается Господь. Этот человек в семье спасается, а Божие не происходит. А вот про жену точно сказано. Да, жена спасется чадородием. Что здесь, вот, конечно, спасение, да, обожение, освящение своей жизни. Женщина воспитывает, вынашивает сначала ребеночка, да, рожает его, вскармливает его. Это уже проявление любви, материнской любви, высота человеческой жизни. А вот в отношении мужа, это как раз вот, да, жертва, в первую очередь, собой, своими интересами, ради семьи. Вот. И Господь обязательно дает утешение такому мужу, который вот вкладывается в семью в первую очередь. Вот. И там он получает божественное утешение. Не просто мир, радость такая земная, а вот мир от Господа. Ну что ж, батюшка, я благодарю вас за теплые, добрые и важные слова. Прошу ваших молитв о мне грешном, о наших добрых телезрителях. Друзья, мы с вами на этом прощаемся. Как минимум до следующего четверга в программе «Вопросы священнику». В ней мы, думаю, продолжим раскрывать тему таинств. Пока не скажу, о каком таинстве мы будем говорить дальше. А в ближайшую субботу, через субботу Петра и Павла будет прямая трансляция на телеканале ПС. Праздничного богослужения. С Богом. До свидания.